Всем привет! С вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру The Amazing Spider-Man. Да? В прошлой серии мы с вами что делали? На карте мы сделали практически все синие задания, кроме вот погони, которую я не буду делать, и сделали два зеленых задания. Вот сейчас мы в этой серии пойдем по сюжету, вот по этому заданию главному. ДНК нас, Коннорс просит сделать. И мы полетели. Прямо сразу полетели вон на тот луч, который впереди у нас. Ой-ой. О, прям пересвет сейчас был. Очень жесткий. Так, куда нам? Куда-то туда. Так, бежим, бежим. По стенам прям бегает, как будто и не по стене бежит. Вот. Раз, все, прилетели. И в воду рыбкой бультых. Настолько он просто далеко отлетел, как мне показалось. Так. Спрыгиваем. И куда нам? Вот сюда нам. Ух ты! А куда? Нифига, куда это мы? Да, граффити видели. У меня после Getting Up'а... Бля, в какую-то грязюку мы с вами... Знание сила. В какую-то грязюку мы с вами пришли и нашли... комиксы. Каутион. И здесь тоже каутион. А как сюда зайти-то? А, я понял. Понял, принял. Входим. Фигак. Человек-паук выясняет, что гибриды прячутся в канализации, значит, придется спуститься туда. Да, паука ждет не самое ароматное приключение. Ну, главное, чтобы воду не спускали, как во второй мафии, в канализации, если помните. Выходите на свет божий, гибриды. Доктору Коннорсу нужна ваша ДНК. О, вы прикиньте, вот по всему вот этому вот ходить. Beware, пишут. О, Danger везде. Опа, взаимодействие. Здрасте. Опа. Крысёныш, смотрите, какой. Эть. Не понял. Ну или так, что-то мне даже голова закружилась как-то. А куда он убежал? Я, если честно, что-то как-то...
упустил его. Если честно, у меня тут на самом деле голова кругом идет. О, сюда можно упасть и не утонуть. Так, может тут еще что-то сверху есть? Нет, решетки только. Понятно что-то. Ой-ой-ой, а зачем я спрыгнул? Это нечаянно было. Я же здесь крысюка видел. Так, взаимодействие. Ну-ка, давайте еще раз. Понял. Все, я теперь понял, что надо делать. Только реакция нужна. И явно не так нужна. Явно нужно не так. Так. Ой-ой. Сейчас, наверное, игра чуть-чуть затормозила. Так, я хочу попробовать. Ага, вот здесь не получается, да? И здесь не получается. Хорошо, я понял. Понял, принял. Слушайте, а может быть? Ну-ка, ну-ка. Вот так. Раз. И вон туда быстро. Надо быстрее. Почти, смотрите. Я почти догадался, как делать. Ну-ка. Вот так. И туда вот так раз. А, нет. Так не пойдет, короче. Эть. Успею. Нет, так не успею, конечно же. А, через воду никак. Ну-ка. Ясно. А тут, интересно, можно как-нибудь... Вот отсюда... Нет. Так, давайте я сначала... Вот так вот спрыгну. Блин, спрыгну, но не так же. Тут немножко управление порой инертное какое-то. Так, во-первых, я хочу вот так вот попробовать сделать. Ну, смотрите, долетаю. Все, хорошо, значит.
Сначала делаю вот так. Видите? Потом делаю туда вот так. Не долетел. Я же долетал. Я же только что долетал. Что за дела? Так, потихонечку подходим. Окей. Ах ты, гадость какая. Смотрите, сейчас я покажу. Вот сюда долетаю, смотрите. Значит, должен долетать обратно. Вот я на краю стою. Даже так, да? Почему-то я обратно... Ага, может быть, вот так вот попробовать. Хорошо. Ох, как же мне сложно. Иногда бывает тут. Так, взаимодействие, давай. Так. Видите? Ну, в этот раз намного лучше. Да? Так. Конечно, тут... все как-то... Да, что такое? Тут какая-то камера странная. Как будто она с маленьким каким-то FPS-ом. Так, сейчас, подождите, я не готов. Что такое? Я же нажал на буковку Е. Вот это супер затуп на самом деле. Допустим, выше. Ай! Черт. Может быть, ускорение я сделаю? Вот эти вот попытки следующие. Ну да, наверное, это будет правильно. Хотя подождите, прежде чем я сделаю ускорение, сейчас я попробую отсюда. Ой! Да, смотрите, без ускорения получилось. Только я теперь залез в какую-то зеленую жишку. Вот явно она какая-то опасная, поэтому перелезаем. Так, хорошо. Полы хорошие. Не грязные, не ядовитые.
Где-то у нас тут крысюк этот бегает. Такое ощущение, что здесь что-то интересное должно лежать. О, подождите, карта. Конечно, непонятно, где я нахожусь. Если это карта. Господи, столько туннелей! Так, я экскурсию не заказывал. Пожалуй, пора становиться настоящим пауком. А что он сделал? А, это, слушайте, это он, так получается, паутинку кто-нибудь там дернет, да? И он поймет, где конкретно крысюк наш. Ну, я этого крысюка слышу, на самом деле. Давайте еще раз сделаю. Я на самом деле так и не понял, как определять. Ну, оттуда мы пришли, из зеленой штуки. Так, по-моему, там, да? Да. А, нет, это... Я же... Вот так, если не шуметь, может... О, ты что? Так. Короче, крысюка мы нашли. Закинул. Люди превращаются в чудищ. Этот вирус опаснее, чем все думали. Надо спешить, пока он не распространился дальше. Так, мы просто залезем. Так, получше. Ой-ой-ой. На Q нажимай, пожалуйста. Очень странно. Я нажимаю на Q, он должен был это самое отпрыгнуть куда-то в сторону, да? Так, я так и знал, что вот эта вот зеленая хрень. Срочно нужна ДНК. Где ее взять? Где эта тварь? Опа. Чё? А где? Так, ну тут вроде прохода нет, поэтому пойдем-ка мы обратненько. Мы, по-моему, крысу спугнули немножко, поэтому нам придется, наверное... Пора раскинуть сеть и найти этого парня. Да, я вот об этом думаю. Человек спугнул. А вот там, по-моему, потому что дергается паутинка. Я надеюсь, что нужно... Ладно. Хватит бегать. А, вот он. Я тебе ничего не сделаю. Я надеюсь, что... Кровь на анализ.
а потом дам вкусную конфетку. А? Честно. Круче. Одного крысюка надо поймать. Вот этого. Ой-ой-ой. Лучше перестань! Ведь? Так, ждем, пока красная область у нас пройдет. Как я там делал? Одиночные такие вот атаки буду делать. Ну, хотя можно и вот так камбухи чуть-чуть им прописывать. Так, в толпу я не хочу, поэтому как... Надо же так. В крайнего. Крайнего. О, да, тут же можно. Ладно. Надо было смотреть. Ой-ой-ой. Сейчас. Очень классная атака, на самом деле. Это прям вот... Первый раз так прохожу игры. Обычно я напролом пру, вот как вот сейчас, но он тут один. Это некрасиво. Все, да? Хотя нет, он еще сидит. Еще сидит, сейчас мы его... Хорошо, мы сделаем так. Где он? А, типа все, да? Музыка пропала. А, вот. У меня был момент. Реально был момент его по-тихому схватить. Вот как сейчас. Что-то он вдруг спать захотел. Все. Всех за паутиню, вон они висят. И чё, опять обратно возвращаться? Ну, кстати, вот сюда можно пройти дальше. Заметили. Так, этого и ликвидируем, делаем вот так, все равно он у нас заметил, и тебе, двуголек, все. Может, здесь тебе и место? Просто как-то что-то... Ой, а
А чё это я? Так, я там, где надо, тут должно быть... Тут должны двое висеть. А, вон они, да. По-моему, я тут был, да? Да. Так. Ну ладно, тогда... Знаете, что сделаем? Тогда сейчас попробуем... Вернуться обратно. Я сейчас немножко стормозил, потому что... это. А может обратно и не надо возвращаться? Так, хорошо, я тут... А, я тут даже не утону. Коннорс, у меня тут новые друзья. В чем дело? Люди, которые там, некоторые меняются. Это я вот снизу пришел, да? А, вон туда. Тихо. Так, тут загрузочка пошла. Так, вот сюда нам надо. Может быть, паутина укажет, где он сейчас? А, это мы сейчас обратно вернулись, хорошо. Так, смотрим. Здесь, по-моему, вот это тряслось. Да. О, череп тут нарисован. Машина тут. Как она тут оказалась-то? Так, да, вот она дырка. Отверстие. А, там пацаны стоят. Чего он только по двум этим точкам бегает? Опа. Все, я типа спрятался, они не должны меня видеть. Хотя они меня видят, он стоит. Сейчас будет прикол, если они через стены перемахнут, короче.
Эти? Да я же нажимаю, вы чё? О, взаимодействуй. Текстуре я чуть не попал. Ладно, я буду сейчас действовать наверняка. Видите? Опа, смотрите, сейчас я дыщ. Ай-яй-яй. Да какие же вы, блин. Встал уже, вижу, блин. Так, надо. Да какие же вы, блин. Не хочу с вами дружить. Смотрите, они мне всю одежду расцарапали, блин. Так, хорошо. Что-то он не лезет. Вонючки. Новые приемы. Это некрасиво. О боже, это было так долго. Откуда я пришел-то хоть? А, вон из той дыры в тени, хорошо. Ух. Ведь
Ну, здесь, я думаю, будет попроще. Нифига у вас тут. Придется вас вылавливать по одному очень долго. Так, бесшумное устранение кого-то. А, тут же можно так. Однако. О! Вот как. Да ладно. Сейчас хорошо. Надо залезть вот сюда. Ладно, попробуем дальше так делать. Я вообще фиг знает, как тут. Честно, если кто-то из вас сейчас не понимает, что происходит на экране, честно сказать, я сам пока что слабо понимаю. Я же их так, блин, целый год буду вешать в паутину свою. А зачем мне сюда? Я туда хотел. Да чё? Так, ладно. Опа. Но, честно сказать, их становится все меньше. Вот, так что методично. Так, в этот раз не удалось. Втихаря. О, блин, стояло же нормально.
кто где еще ходит. Так, вот попробуем. Окей. Плюются гады. Тут уже вон сколько ребят висит. Так, ну-ка, куда мне можно? Вот сюда, да? И бесшумно. Ну, на самом деле, это не совсем уж и бесшумно получается. Потому что меня все равно палят. Когда я все это делаю, поэтому приходится убегать время от времени. Так, сориентироваться бы. О, нормально. Ага, бесшумная. Так, ой-ой-ой, нет-нет, не сюда. Вот сюда мне надо, и вниз буду сейчас смотреть. Так, и... По-моему, тут еще оставались ребята. Так, давайте я спрыгну сейчас. О, и нормальным человеческим взглядом окину окрестности. Фу, что ж, это было... А, нет, смотрите, там еще один. Но, на самом деле, я так и думал, что... Тут останется... Кто-то. Где он? Ах ты. Так, где он? Где? Так, похоже, вон он, да? Блин, был же. Блин, он туда опять в этот угол. Телепортировался в этот угол. Ладно, сейчас давайте как-нибудь вот здесь вот поближе сделаем свою дислокацию, да? Перелезем. Вот так. Будем смотреть вниз, где он. Так, подождите, вот он. Значит, нам туда.
Ой, слава богу, я его... Это самое... Так, пока что самая сложная часть была. Так, и теперь куда мне надо пиликать? Сюда, может? Ну-ка. Что это за комната такая? Непонятно, ладно. Так, о, заставочка пошла. В смысле, а что это? Такое ощущение было, что тут... заставка какая-то была, типа, посмотрел сюда. Ну-ка. А, тут еще, смотрите, внизу что-то есть. Так, ладно. Надо продолжать его как-то искать. Вот. Ну, давайте я вот эту вот серию, наверное, разделю на несколько частей. Посмотрим, насколько. Может быть, на одну, а может быть, на две. Вот. Потому что что-то я тут как-то уже немножко завозился. Вот. Поэтому на этом пока серия все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.